Итак, всем снова здравствуйте. Мы наконец-то нашли помещение. Не сказать, чтобы это был высший сорт, но жизнь улучшается. Может быть, скоро мы запишем что-нибудь из офиса. И сегодня мы наконец-то дошли до второй части призового курса по Toolchain, на 200 подписчиков. Поскольку подписчиков у меня уже где-то 350, я чувствую себя сильно задолжавшим этот курс. К счастью, сейчас лето, так что будем наверстывать. Я думаю, где-нибудь по лекции в неделю, потихонечку, будем наверстывать. Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что мы дошли до конца фронтенда. То есть, как бы, до конца начала. Вот фронтенд закончился, мы построили AST, сбросили IR, сбросили дополнительные символы, мы провели лексический анализ, синтаксический анализ, мы поговорили о том, что это и как это выглядит, мы, может быть, немножко, я уже не помню, затронули или нет, семантический анализ, и нам предстоит увлекательный поход дальше. Дело в том, что фронтенд — это небольшая и не очень важная на самом деле часть компилятора, потому что, скажем так, не самая сложная. То есть фронтенд среднего язычка пишется там двумя студентами за 3 месяца. Ничего особо интересного. Интересно то, что после фронтенда, то, что вы сейчас можете видеть на экране. После фронтенда, где у меня показан high-level IR, который строит фронтенд, идет на Machine Independent Optimizations. Это машина независимой оптимизации. В качестве примера типичной машины независимой оптимизации можно привести инлайн. То есть, когда мы делаем инлайн-постановку функции, нам практически полностью все равно, на какой архитектуре в дальнейшем, как это будет выполняться. То есть, нам достаточно знать, что у нас есть функция, что ее можно подставить, и какую-нибудь эвристику, насколько она растит, общий объем кода, общий объем модулей и так далее. Причем эту эвристику, ее можно завести так называемым хуком в бэкэнд. То есть, саму эвристику можно сделать платформенно-специфичной, которая будет управлять оптимизацией, например, инлайном. Но инлайн не является платформенно-специфичной оптимизацией. И большая часть интересных оптимизаций в компиляторе не платформенно-специфична. Убрать мертвый недостижимый код не платформенно-специфично. Спропагировать константочку не платформенно-специфично. Все эти оптимизации могут быть сделаны для всех машин. И это хорошо. То есть чем больше мы таких оптимизаций найдем, тем меньше нам кода потом переписывать для каждой конкретной машины, потому что мы помним, что у компилятора много голов, но много и хвостов. То есть у нас много языков входных, но у нас много выходных архитектур. И машинно-зависимые оптимизации — это оптимизации, которые приходится для каждой конкретной архитектуры писать заново и заново и заново. И вот они обозначены дальше на mid-level IR. И mid-level IR уходит на машинозависимые оптимизации, которые происходят над виртуальными регистрами. А мы сейчас поговорим, что такое представление на виртуальных регистрах. Коротко говоря, представление на виртуальных регистрах – это когда все регистр. То есть когда регистровый файл бесконечный, и в регистровый файл влезает все, что нам захочется. Вот. Какие бы у нас ни были гигантские структуры данных внутри в программе, все что угодно, мы все можем разложить по регистровому файлу. Очень удобно. Что-то делается на этих виртуальных регистрах, и дальше идут оптимизации на физических регистрах после регалока. То есть последняя оптимизация, которая делается на виртуальных регистрах, это регалок. Регалок — это, по сути, раскраска графа, в котором ребра являются отношения одновременного существования, а вершинами виртуальные регистры. Окрасками, соответственно, физические регистры. То есть если мы представим такой граф, в котором виртуальные регистры будут соединены между собой, если они существуют одновременно в одной точке программы, тогда раскраска такого графа в соответствующие цвета физических регистров с использованием заданного количества цветов, ну типа у нас есть, например, 16 регистров, вот значит, надо покрасить этот граф в 16 цветов так, чтобы никакие две соседние вершины не были одного цвета. Вот. Если такую задачу удается решить, это очень хорошо. Если такую обычную не удается решить, если такую задачу не удается решить, то там есть приближенное решение. Мы можем временно перекладывать с виртуального регистра в память и таким образом немножко упрощать эту задачу, уменьшая общую связанность этого графа.
После чего у нас происходят самые странные вещи. То есть понятно, какие машинно-зависимые оптимизации мы делаем на виртуальных регистрах. Тут у нас уже есть информация об инструкциях. Мы можем вынести, например, лот вверх. Мы можем сделать пипхольное преобразование, еще что-нибудь в этом духе. Но потом мы распределили регистры. Казалось бы, все. Мы распределили регистры, и больше делать нечего. Тем не менее, дальше на low-level IR у нас проходит целая серия машинно-зависимых оптимизаций уже на физических регистрах, которые самые сложные, их сложнее всего писать, они меньше всего могут сделать, потому что там уже очень неудобное промежуточное представление. Если вы смотрите это сейчас на YouTube, остановитесь на секундочку и спросите себя, а вообще говоря, какие тут могут быть оптимизации на физических-то регистрах? И я скажу так, что на самом деле есть оптимизации, которые невозможно сделать не на физических регистрах. То есть оптимизации, для которых нужно иметь распределенные регистры. И, конечно, самый простой пример – это кто-нибудь мне подскажет? Это скедулинг. Если у нас есть модель конвейера, мы можем по этой модели конвейера предсказывать задержки, и мы можем сделать critical path scheduling, то есть распланировать инструкции так, чтобы на каждом сечении control flow программы на критическом пути никто особо не стоял. По крайней мере, поубирать с критического пути все, что там стоит. Ну, для этого нужна модель. Вот. И, кроме того, скедулинг, конечно, не имеет особого смысла, если у нас какое-нибудь там окно out of order 200 инструкций, ну, тогда чем мы наскедулим? Вот. Поэтому, конечно, на современных, например, x86 процессорах скедулинг не очень играет, а вот на каких-нибудь там на каком-нибудь там в Ливе скедулинг был очень важен. Пожалуй, это была самая важная оптимизация. И после того, как все машинно-зависимые оптимизации произведены, мы можем сгенерировать код. Поэтому code generation стоит последним квадратиком. Общая идея такая. Синтаксическое дерево, high-level IR, виртуальные регистры, middle-level IR, физические регистры, low-level IR и генерируем ассемблерный код уже под конкретную архитектуру. То есть мы постоянно понижаем уровень представления. Вот это понижение уровня представления в терминах LLVM называется lowering, а в терминах GCC expand. И вот эти несколько уровней представления, например, в GCC представлены несколькими вариантами IR. Если generic – это просто деревья, то gimple – это уже трехадресный код. Ну, не обязательно трехадресный, gimple – это просто линеаризованные деревья. Вот gimple SSA – это уже трехадресный код в SSA-представлении. RTL это представление с виртуальными регистрами, либо представление с физическими регистрами. Это LISP-подобный такой IR. Сейчас мы с вами посмотрим дампы. И первое, что видит человек, который видит такое количество промежуточных представлений, написанных внутри одного и того же компилятора, это «а почему их так много?» То есть почему бы не взять какое-то одно представление, пусть достаточно гибкое представление, чтобы положить в него и виртуальные регистры, и физические регистры, и gimple, чтобы оно могло быть и SSA, и не SSA. А на самом деле представление даже больше, чем здесь написано, потому что в том же LLVM, например, там как? Там вот есть LLVM IR высокого уровня, есть машинный IR, есть MCInsty, а есть специальные IR. Например, есть проект Polly, это такая нашлепка над LLVM, полиэдральной оптимизации циклов. И чтобы производить полиэдральные оптимизации циклов, там что делают? Там вообще берут LLVM IR и поднимают его, то есть не понижают его уровень абстракции, а повышают уровень абстракции, поднимают его в представление, когда цикл представляется своей полиэдральной областью итерационного пространства. После чего делают оптимизации, всячески скручивая эти полиэдры и трансформируя их, а потом опять лоурят все это в LLVM IR и продолжают LLVM IR. Вот, то есть никогда не поздно прикрутить какой-нибудь дополнительный уровень машинного представления или там какой-нибудь loop closed SSA. Так вот, про SSA сейчас поговорим. Так вот, зачем это? Зачем их так много? И вот Дима говорит, потому что работать с IR, который более специфичен, удобней. Так да не так. Да, удобней,
Но то, что их много, делает вещи менее удобными. Поэтому сейчас в том же LLVM ведутся работы над так называемым ML-IR, Multilevel. ML не имеет отношения к данному случаю к машин-лернингу, к счастью. А Multilevel IR, который способен представлять все уровни представлений в единой системе. Это дело толкает сейчас лично господин Латнер. Вот, мы все желаем ему больших успехов. Но по факту сейчас, по причинам историческим, по причинам того, что это писалось в разное время, например, в GCC, вообще говоря, Gimple – это новость. А Gimple появился только в GCC 3.1. До третьей версии GCC, а в GCC было только RTL-ное представление. И никакого Gimple, и никакого промежуточного там высокоуровневого SSA не было. Типа вот, вот RTL, над ним делай оптимизации. Мало того, даже сейчас очень большое количество оптимизаций над RTL в GCC абсолютно излишне делаются над RTL. То есть их, конечно, элементарно было бы провести в машинно-независимом представлении. Почему? По историческим причинам. Потом поняли, схватились за голову, там, когда GCC 3 выпускали в 2001 году, схватились за голову, прикрутили Gimple. Вот, ну и так далее. То есть их много. Зачем их много? Вопрос, на самом деле, очень дискуссионный. Я надеюсь, Крис Латнер, когда я его задавал, выглядел как-то так. Давайте поговорим об SSA, потому что я тут упомянул Gimple, Gimple SSA. Кстати, давайте я вам покажу Gimple. Давайте я вам покажу Gimple. Вот у нас есть наш факториал. Так. И я говорю... GCC минус O2, например, минус fdump3all, fact.c, минус c. Вот, и у меня скинулись дампы с оптимизацией, причем, видите, все эти две сотенки дампов до 231, до 231 optimized. Где моя мышка? А вот она. Вот, до 231 Optimized все эти дампы – это машинно-независимая оптимизация. А потом еще машинно-зависимые начнутся. Вот, значит, и глядите. В самом начале, где-нибудь вот здесь, в каком-нибудь 0.05 Gimple, да? Вот, скинулся Gimple. Давайте на него посмотрим. Итак, что мы видим? Мы видим, что Gimple все еще очень высокоуровневое представление. Видите, тут if, go to, else, go to. А здесь всякие предикты, там likely, by early return, дальше там подчеркивание 1 равняется x плюс минус единица, там вот это все. То есть мы глядим на это, мы видим практически сишный код. Но на самом деле это деревья. Просто они так в текстовом виде представлены, их все еще легко представить так, как будто это почти сишный код. И тот же самый Gimple, после того, как над ним поработал 231 оптимизатор, все еще выглядит довольно похоже на сишный код. Видите, факториал, здесь какие-то переменные, здесь basic-блоки помечены, внутри basic-блоков помечены if, else, go to. Все еще довольно высокоуровневое представление, поэтому это называется high-level IR. То есть это все еще очень похоже на сишный код, но мы видим, что все нормальные конструкции структурные поменены на GoTo, но это из-за того, что нам дальше в ассемблер идти, понимаете, в ассемблере кроме GoTo-то ничего нет. Так вот, чем отличается Gimple от Gimple SSA? Вроде и то, и другое, это обычный почти сишный код, обычное представление на, в общем, почти деревьях. На самом деле отличие очень серьезное. Потому что SSA называется Static Single Assignment Form. Давайте поглядим. Вот смотрите. Вот я гляжу на факториалы в Gimple, и я вижу, что вот у меня есть какой-нибудь D1916. В Gimple так клево называются переменные. Вот это D1916. Это темп переменная. Компилятор сам может завести сколько угодно temporary переменных. Поэтому меня веселят программисты, которые в программе пытаются написать все как-то в один expression и не использовать temporary переменных. Ребят, ну зачем вы так делаете? Компилятор temporary переменных вам расставит сам сколько захочет. Если вы поставите лишних, он вам уберет. Вот. Так вот, вот здесь он сгенерил temporary переменную, после чего вот здесь, на этой, на 13-й строчке, он присваивает ее опять x умножить на 2. Это то, что мы делаем в обычных языках. Мы берем и присваиваем переменные. Но... это для человека понятно.
Да и для человека-то из-за этого иногда все бывает неясно. А для компилятора, чтобы эффективно проводить анализ и оптимизации, мы бы хотели, чтобы каждый объект присваивался только один раз. То есть мы бы хотели взять вот этот X, версионировать его, сказать, что вот здесь, когда он был присвоен один, это X1. Дальше вот здесь, когда он использован, это использован X1. А дальше вот здесь, когда он присвоен 2, это X2, и здесь использован уже X2. Это версионирование дает нам то, что называется естественный defuse. Когда мы видим любой use, например, если мы здесь видим use вот этого x, но откуда мы знаем, особенно если программа сложная, где он был на самом деле присвоен, здесь или здесь? А в SSA-представлении мы можем сразу понять, что если у нас какая-то переменная читается, то у нее есть единственная точка, где она была присвоена, пойти в эту точку, где она была присвоена, и сразу понять то место, куда за ней идти по ее defuse графу. И давайте я сейчас вам покажу SSA. SSA у нас где-то 6, 7, 8, 9. Забыл. Сейчас еще раз посмотрю. Так, давайте так. 19-я, господи, я бы долго листал. Вот. И вот смотрите, вот в 19-й мы уже видим вот что. Мы уже видим, что у нас есть подчеркивание 9 равно 1, а потом подчеркивание 8 равно x5d умножить на 2. То есть мы видим, что у нас заведена куча переменных, и каждая переменная в SSA-форме присваивается только один раз. Сейчас опять поставьте на паузу. Потому что сейчас у меня челленджинговый вопрос. Я утверждаю, что просто так это сделать нельзя. Ну, вот нельзя в любой программе просто взять и так сделать. Присвоить каждую переменную ровно один раз, и чтобы это не вызвало никаких проблем. Подумайте. Подумайте, что бы вы могли мне возразить. Будем считать, что вы подумали. Возражение очевидно. Конечно, ветвление и циклы. Циклы и ветвления. Когда переменная ветвится, а потом управление сходится, а она по обоим веткам была присвоена. И когда управление сошлось, а кто здесь? Вот здесь кто? Мы пришли справа или слева? Где у нас дев? Люди это довольно быстро оценили. И для того, чтобы это учитывать, мы расставляем фи-функции. Ну, мы компиляторы. Мы компиляторы расставляем фи-функции. А вот, например, x равно input, если x больше 42, y равно 1, иначе y это x плюс 2, use y. В одной ветке y равно 1, и это y1 равно 1. В другой ветке y равно x плюс 2, это y2 равно x плюс 2. А дальше y это фи-функция от y1 и y2, и фи-функция от схождения управления. Это означает, что в зависимости от того, по какому пути мы пришли, y это или y1, или y2. Фи-функция. И дальше мы делаем use от y. Мы используем этот y. По какому бы пути он ни пришел, y это новая переменная. Этой новой переменной мы сделали assignment. В SSA-форме мы можем делать assignment через просто assignment, либо assignment через фи-функцию. В данном случае мы сделали через фи-функцию. И, собственно, интереснейшие алгоритмы, я не могу их тут рассматривать, у меня мало времени, потому что, на самом деле, нужно по какому-нибудь там Iterated Dominance Frontier нужно просто брать и читать отдельную лекцию. Интереснейшие алгоритмы существуют для того, чтобы просто построить SSA-форму. Вот есть произвольная программа, нужно построить ее SSA-форму, расставить фи-узлы. Потрясающе интересный алгоритм. Окей. А Дампа-Яра, я вам уже показывал Gimple, есть также RTL, который машинозависимый на физических и виртуальных регистрах. Получается из GCC с помощью опций, представленных на рисунке, причем можно получать графические дампы и потом эти графические дампы визуализировать в инструментах типа DOT. Вот. И всегда можно заглянуть за полезными опциями. Обратите внимание, кстати, на замечательную антилопу. Она будет иногда появляться, когда мне захочется отослать зрителей к справочным материалам. То есть она будет появляться и советовать клевые справочные материалы. В данном случае она советует клевый справочный материал. Это онлайн-докс GCC, где можно посмотреть, с какими опциями вообще можно записать компилятор, их там много, многие из них, я надеюсь, вам понравятся. Я помню, у меня как-то было время, я сидел, одну за другой перебирал эти опции, пытался понять, что они делают. Хорошее было время.
Итак, поговорим о гимпле. Поговорим о гимпле, вернемся к гимплу. А как читать гипловые дампы? Смотрите, вот у нас есть исходный код. Он изображен слева. А вот гимпловый дамп. Кстати, опять-таки, подумайте на секундочку. Как вы быстро скажете, это SSA или не SSA? И ответ, разумеется, очень простой. Вы, конечно, здесь очень быстро скажете, что это SSA. И вовсе не потому, что все переменные реально присвоены по одному разу. Ну, может, просто повезло, ну, типа. Вот. А потому что вы видите тут фьюзел, правда ведь? Вы видите фьюзел. Вы видите, что единица на самом деле это схождение из basic block 3, переменное подчеркивание 3, или из basic block 4, видите, в скобках 4, переменное подчеркивание 6. Вот. А вот с подчеркивания обычно начинаются всякие автоматические SSA-переменные, но переменные могут быть и именованные. А фи-функция вот так выглядит. А basic-блоки, откуда приходит управление по соответствующей ветке фи-функции, стоят в круглых скобках. Ну, в целом, gimple gimple. Обратите также внимание, что всюду go to. Типа bb3, что-то сделали, go to bb5. Вот мы в bb5. В bb5 там сошлось управление. А до этого был какой-то условный go to либо на bb3, либо на bb4. А с bb4 в bb5 мы, например, просто провалились через фолсеру, ну и так далее. То есть у нас в гимпле уже всюду гаутушки, у нас всюду временные переменные со странными названиями, начинающимися с подчеркиваний. Но самое главное у нас фи-функции. По ним всегда можно легко отличить. Вот. То же самое, абсолютно то же самое, только в виде графа, показано на следующем рисунке. Граф может быть мелковат, уж это аристократическое вырождение. Но обратите внимание, что показано синим. Синим показаны basic-блоки. Basic-блок – это линейный участок, у которого один вход и сколько угодно выходов. То есть каждый раз, когда у нас управлению есть куда войти, то есть управление в basic-блок не может войти в середину. Управление в basic-блок входит все время вверх, а выходит из любой точки. Ну и из низа самого тоже, конечно, выходит. Когда оно окончательно вышло из низа и не осталось пути контроля для этого basic-блока, basic-блок заканчивается, потому что мы не можем взять и, например, объединить четвертый с пятым, потому что из третьего вот сюда может прийти управление. Если бы четвертый с пятым мы объединили, то оно пришло бы в середину. Таким образом, basic-блок – это линейный участок, в том смысле, что вот он вот в него пришло управление, и он исполняется линейно, инструкция за инструкцией, без сюрпризов, до тех пор, пока управление из одной из этих инструкций не выйдет. Выйти может из более чем одной, никого не волнует. И мы видим, что здесь показан граф, где стрелки соединяют basic-блоки, а внутри basic-блоки аннотированы, во-первых, своим порядковым номером, потому что у них, конечно, нет имен. Когда вы пишете программу, вы вряд ли даете там basic-блокам имена, и вряд ли вообще можете это сделать. У них нет имен, у них есть номера. И внутри каждого basic-блока принадлежащие ему инструкции. В том числе, смотрите, внутри basic-блока может быть вызов функции. Вроде как управление ушло, потом вернулось. Ну, вроде как вошло, да, но на самом деле же оно просто вернулось, это не считается. Вот. Дальше. Когда мы делаем машинно-независимые преобразования, у нас получается немножко волшебства. Давайте я еще раз покажу вам вот этот слайд. Обратите внимание вот на этот слайд, который называется «Перевод в SSA-форму». Здесь у нас, что мы можем заметить, глядя на него? Мы можем заметить, что вся эта функция, это функция факториал от entry до exit. В этой функции нет обратных дуг. Эта функция рекурсивная. Видите, у нее внутри вызов самой себя. После всех машинно-независимых преобразований, следующий слайд, машинно-независимые преобразования, что мы видим? Мы видим, что появилась обратная дуга из третьего basic-блока во второй. Вот она показана синим пунктирчиком. То есть нам из рекурсии машинно-независимые преобразования сделали цикл. Превосходный пример машинно-независимых преобразований. Мы даем компилятору функцию с хвостовой рекурсией. Компилятор радостно берет функцию с хвостовой рекурсией и радостно делает из нее цикл. Давайте я вам покажу, как это вообще изменяется. То есть вот смотрите. Вот на 0.19 мы видим, что у нас еще рекурсивная функция. А где-нибудь на 231 мы видим, что у нас уже цикл.
Вот, видите, мультак какой-то. Вот обратная дуга. Вы видите, она 99%, 89% случаев взята. Видите, дуги аннотированы вероятностями того, что прыжок пойдет по этой дуге. Вероятности оценены статистически, ну, поскольку факториал там до 10 где-то крутится внутри целых, то там оценено, как будто он в среднем 9 раз ходит. Вот. А где же это произошло? То есть вот мы смотрим на этот гигантский перечень преобразований, и мы думаем, так, а где же произошло преобразование цикла в рекурсию? Давайте вместе с Twilight Sparkle воспользуемся научным методом, который называется деление отрезка пополам. Мы поделим 231 пополам, и у нас получится где-то 115 сред 2. Давайте посмотрим 115-й дамп. И мы видим, что в 115-м дампе обратная дуга уже есть. Она уже даже аннотирована. А мы пользуемся делением отрезка пополам еще раз. И 115 пополам это где-то 60. И мы смотрим где-то 60-й дамп. Но мы видим, что у нас много пропущено. 60-го нет. Есть 47-й, потом сразу 85-й. Это, кстати, означает, что, скорее всего, с 47-го по 85-й идет что-то вроде обработки дебаг-информации. А мы компилировали без дебаг-информации. Или что-нибудь в этом духе. Но, когда мы смотрим на 47-й и хотим уже туда посмотреть, вот сюда, наше зрение вдруг падает на 40-й. И факт C040T называется заманчиво. Он называется Tail Recursion 1. Ага, думаем мы. Давайте посмотрим. До него идет некий E-посра. Это, скорее всего, межпроцедурное что-то. СРА. Что такое СРА? Redundancy. Не помню. Вот, в общем, давайте посмотрим на него. Ну да, скорее всего, какой-нибудь. Вот. И мы видим, что на нем факториал еще рекурсивный. Теперь посмотрим на 40-й дамп. И мы видим, что в 40-м дампе после применения паса tail-рекурсии, ага, он уже итеративный. То есть наша инициальная догадка была правильной. Именно там все это и произошло. То есть видите, вот мы видим код. Код стал совсем другим. Но если мы посмотрим все 321 преобразование, то все 321 преобразование с этим кодом почти ничего не сделало. Там есть некоторые преобразования, которые гарантированно делают много. Например, regalog, сейчас мы посмотрим, гарантированно делает много. Scheduling гарантированно что-то делает, по крайней мере. Ну ладно, scheduling не гарантированно. А есть большинство преобразований, которые ничего не делают. Они греют воздух. Но на какой-нибудь там одной программе из 100 какое-нибудь одно преобразование из 200 что-нибудь делает, и вот оно ради этого написано. То есть преобразование — это конвейер. Они передают программу от одного к другому, но большая часть из них просто смотрит на эту программу и говорит «не мое», и передает дальше «не мое», передает дальше. И потом кто-нибудь вдруг говорит «а, ну вот же она ты». А я ждал тебя тут последние 16 компиляций. Вот. И говорит «моё» и берет. Вернемся к слайду. После того, как магия случилась, и какое-нибудь преобразование сделало что-нибудь волшебное, типа преобразование цикла в рекурсию, мне все не дает покоя, что же такое этот ЦРА. Не помню. Вот пре, например, я помню. Partial Redundancy Elimination. Хорошо, не будем сейчас об этом. А, да, кто вспомнит, напишите мне в комменты, я постыжусь. Я когда-то знал их все, но слишком много времени провел в LLVM. Все забыл. Итак, и после гимпла у нас происходит первый лоуринг. Давайте посмотрим на этот первый лоуринг. Для того, чтобы на него посмотреть, сейчас я сброшу дампы RTL. Мы запомнили, что последний гимпловый дамп был 231.
Вот, давайте я сброшу дампы RTL, и теперь мы видим, что от 231 до 321 у нас тоже стало немножко людно. 200 гемпловых дампов и где-то 100 RTL-ных дампов. 300 фаз преобразований, которые делает над вами компилятор. И вот у нас есть 233 фаза, это экспанд. Я еще помню времена, когда экспанд не был даже 200-й фазой. Конечно, господи, Scalar Replacement of Aggregates, Дим, ты молчишь. Ну, у нас есть агрегаты, и мы берем массив, и вот кусками массив разбиваем и используем этот массив не как массив, а как целые числа, значит, соответствующие кускам этого массива. Если нам удается разбить, то получается волшебство. У меня в голове крутится. Ну, конечно, скалярное преобразование агрегатов – это самое срай. И, конечно, на факториале она ничего не сделала, у нас там агрегатов нет. Но вот это, кстати, хороший пример преобразования, которое зря прогрело воздух. То есть оно пошло, изучило весь код, поискала агрегаты, агрегатов не нашло. А если бы, например, нашло, оно бы попробовало понять, я могу примениться или нет. И, скорее всего, поскольку преобразование абсолютно эзотерическое, там оно стрельнет хорошо, если там на одной из каких-нибудь 10 тысяч программ, оно бы, скорее всего, поняло, что нет. Вот. Просто нет. Вот. Вот он. Вот отличный пример. Типа оба преобразования, inline и скалярная замена агрегатов, они делают волшебные вещи. Но просто одному повезло примениться на факториале, другому нет. И высокое искусство компиляторщика — это писать оптимизации, которым везет. Так вот, после экспанда у нас код становится неузнаваемым. Мы видели почти сишный код, а вот на экране вы видите то, что получилось после, собственно, 133 экспанд. После 133 экспанд у нас получилось нечто лисп-подобное. Ну, смотрите, правда, что вам больше всего напоминают эти stupid parentheses, да? Как расшифровывается лисп? Лисп — это lots of stupid parentheses. Вот, и, значит, это чисто лисп, и мало того, это и было вдохновлено лиспом. Столман вдохновлялся лиспом. И мы видим, что там, где у нас был нормальный, там, например, присвоение одной переменной, там, другой переменной, или сравнение, то здесь у нас какое-то S-expression, и весь AR теперь выглядит так. Так вот, это RTL. Добро пожаловать в волшебный мир RTL, и теперь до самой кодогенерации нам предстоит на это смотреть. Я довольно много в своей жизни на это смотрел. Я хочу вам сказать, ребят, я переделаю эти слайды на LVM-IR когда-нибудь. LVM-IR человечней. Если бы я переделал бы эти слайды на LVM-IR, если бы я не был сейчас точно уверен, что я читаю эти лекции в последний раз. Ну, просто потому, что на физтехе я их уже не читаю, меня заменили на machine learning. Да, я теперь на физтехе только плюсы читаю. Значит, на YouTube мы их сейчас запишем, ну и все. Итак, RTL. RTL выглядит очень интересно. А вот слайд «Как читать RTL-дампы». Вот приведена строчка из гимпла. Видите, строчка из гимпла выглядит понятно, что у нас есть переменное подчеркивание 6, что у нас это переменное подчеркивание 6, это x7 минус единица, грубо говоря. Все понимают, что это минус единица. А внизу у нас то, во что она залоурилась в RTL. В RTL, смотрите, во-первых, вот этой переменной был назначен виртуальный регистр. Поскольку у нас пока что первая стадия RTL на виртуальных регистрах, физического распределения еще не было, то мы считаем, что виртуальных регистров хватает на всех. То есть, что здесь может быть виртуальный регистр, что здесь может быть виртуальный регистр. И поэтому вот этот виртуальный регистр 89-й, вот этот 91-й. Оно просто берет и присваивает переменные виртуальным регистрам как хочет. Просто in order. Вот. И после этого оно делает set в 89-й регистр, вот скобки. Дальше set в этот регистр вот этого выражения. Плюс 91-й регистр минус единица. То есть то же самое. Но этот set, как вы видите, это только середина инструкции. Кроме всего прочего, эта инструкция делает в параллель две вещи. Во-первых, она ставит 89-й виртуальный регистр 91-й минус 1.
Я люблю это записывать как V89 равно V91 минус 1. Я не понимаю, почему нельзя так сдампить, ладно. Вот. А во-вторых, в параллель с этим она клоберит регистр флагов. Клоберит – это классический термин, а это означает «непредсказуемо изменяет». И в этом уже заключается, несмотря на то, что она на виртуальных регистрах, машинно-зависимое представление, потому что в x86 есть регистр флагов. Есть архитектуры, где нет регистра флагов. Есть архитектуры, где, например, флаги на каждом регистре, как Итаниум. Вот. И в целом то, что здесь записан вот этот клобер специального 17-го регистра, обратите внимание, 17-й – это физический номер. Виртуальные регистры, они имеют гигантские номера. То есть вот эти номера регистров в RTL, их очень просто понимать. Если он маленький, ну типа если он там, например, 1, ну это типа AX, да, вот. А, ну и там 17, ну тоже обозримо, типа EFLAX, да, 16 и EFLAX там 17. То есть первые нижние цифры, они всегда зарезервированы за физическими регистрами, потому что иногда даже в представлении на виртуальных регистрах физические регистры могут иметь специальное значение. Например, нам нет смысла клоберить что-то, что потом станет EFLAX. Когда мы клоберим EFLAX. Так, у нас тут был небольшой перерыв. Итак, после того, как на физических регистрах все сделано, мы переходим После того, как в машинно-независимых преобразованиях все сделано, мы переходим на RTL с виртуальными регистрами. И как читать RTL-дампы, мы уже поговорили. Хорошо. Теперь, как выглядит RTL с виртуальными регистрами? RTL с виртуальными регистрами можно тоже сбросить в виде графа и потом визуализировать любым визуализационным тулом. И в виде графа он выглядит следующим образом. Опять же, basic-блоки. У basic-блоков есть выходы, переходы. Мы видим, что некоторые basic-блоки объединены, вот это зелененький квадратик, это цикл. То есть вот два basic-блока, объединенных в цикл. Тут показана, во-первых, обратная дуга пунктиром, но, во-вторых, сам цикл тоже показан, потому что цикловой анализ на RTL – это довольно сложный, там есть стандартный GCC-шный анализ. Вот. И мы видим, что в целом граф выглядит примерно как гимпловый. То есть те же самые basic-блоки, те же самые переходы между basic-блоками, то же самое все. И мы видим также, что программа уже давно не рекурсивная, то есть то, что вот этому соответствует вот это такая условность. Вот. И дальше делается все, что можно сделать на виртуальных регистрах. Давайте посмотрим, а что же, собственно, делается на виртуальных регистрах. То есть начнем с 233-го дампа и просто глазками посмотрим, как примерно называются дампы. Вот. Мы видим, что мы делаем CSE. CSE – это удаление общих подвыражений. Мы делаем forward propagation, мы делаем constant copy propagation, мы делаем partial redundancy elimination, вот, мы делаем какой-нибудь вынос инвариантов циклов. Я не представляю, вот, например, зачем выносит инварианты циклов на машинно-зависимом представлении? Это как вообще? Вот, но тем не менее в GCC это делают. Я полагаю, по историческим причинам. Потом еще раз forward propagation. И вот это очень интересно. А вот еще раз common sub-expression elimination. Потому что на самом деле то, что этих проходов много, не должно заставлять вас думать, что их правда много. Ну, их, конечно, правда много, но не настолько, не 300. Потому что, вот смотрите, вот здесь мы на виртуальных регистрах делаем forward propagation. И вот здесь мы на виртуальных регистрах тоже делаем forward propagation второй раз. Потому что мы спропагировали что-то вперед. Дальше мы потрещали другими оптимизациями. И потом к нам пришел какой-нибудь аналитик и сказал: ребят, на самом деле вот после вот этих оптимизаций, после того, как вы сделали тут CSE какой-нибудь, после того, как вы сделали тут какой-нибудь STV, у вас создался контекст для того, чтобы попробовать еще раз спропагировать что-нибудь вперед, перетащить что-нибудь вперед.
Вот. А спропагировать что-нибудь вперед – это очень всегда полезно, потому что если кто не понимает, о чем речь. Представьте, что у нас есть а равно 2, а потом всюду что-то умножить на, что-то умножить на, что-то умножить на. И мы всюду вместо того, чтобы умножить на, заменяем умножить на 2, умножить на 2, умножить на 2, умножить на 2. Это называется спропагировать а. То есть мы взяли и перетащили его вперед как значение. И в это, ну, это пропагация константы, самая простая. В принципе, пропагировать можно любое подвыражение. Если а это b плюс 2, а у нас там дальше где-нибудь а минус 2. Мы взяли это а минус 2, заменили на b, правильно? Вот. И это очень полезная оптимизация. Она позволяет нам сэкономить массу кода, потому что одно дело, когда мы умножаем регистр на регистр, а другое дело, когда мы просто сдвигаем его на единицу вправо или влево. И поэтому вот она здесь стала 240-м пасом. И вот она здесь стала 260-м пасом. И в Clang то же самое. Если вы линеаризуете пасс-менеджер LLVM, какой-нибудь там минус-минус debug pass равно arguments, вы видите, что там эти самые пассы, они прям один за другим, один за другим, один за другим, и довольно часто повторяются. И это все идет до регалока. То есть виртуальные регистры у нас до регалока. А регалок у нас вот здесь, ira, interprocedure register allocator, если мне не изменяет ничего. А после чего reload, после чего post-reload. Вот эти три пасса – это на самом деле регалок, потому что ira просто красит граф, reload, собственно, заменяет спилы и виртуальные регистры, а post-reload подчищает за релодом или что-то в этом духе. Времени много прошло. Я раньше все это знал гораздо лучше. Вот, GCC-шный релод, с ним байк связанная забавная, раз уж у нас лекции с поняшами, могу себе позволить. Его, короче, писал чувак из Intel. Ну, как писал? Короче, в GCC был этот самый релод. В GCC был релод, и в GCC к этому релоду на официальной странице документации, где-то в версии 4.3, было замечание. Это где-то был 2011. Было замечание, что на самом деле никто не знает, как в GCC работает релод. Вот, то есть этот релод, он писался комьюнити, там дописывались какие-то куски ad hoc, там все было не структурировано, абсолютно непонятно, и никто вообще не понимал, как это работает. Вот, и потом, значит, в интеловском бэкэнде ребята стали часто натыкаться на проблемы, проблемы за проблемами, и в конце концов наши софтварщики, а я, кстати, не софтварщик, если что, ну, в смысле, я пишу софт, но это же не то подразделение, которое отвечает за софт. Так вот, наши настоящие софтварщики посадили некоего обреченного человека в московском офисе, тогда они еще сидели в московском офисе, и посадили его, по-моему, года на три разобраться с этим релодом в GCC и переписать его. И он разобрался и переписал. Вот это я понимаю, это был подвиг. Сейчас релод там, конечно, гораздо более симпатичный. Но его, по-моему, с тех пор еще несколько раз переписали, но с тех пор это стало уже не спортивно, потому что понятно, что когда человек разобрался, все перепроектировал по-нормальному, переписал и влил, и ничего не уронил, то дальше это переписать еще раз, это уже технически, да? Вот. Так вот, и вот до релода, то есть где-то до 281 паса, с 231 50 пассов у нас RTL на виртуальных регистрах. И после 281, давайте я покажу вам уже где-нибудь после пост-релода, на каком-нибудь 285 сплит 2, как выглядят физические регистры? Ну, вы видите, физические регистры выглядят так же, только к ним приписано, что это за регистры. Типа RECC0 AX, RECC17 FLAX. И вот здесь RECC1 DX, RECC5 DI. Вот. И вот здесь уже никаких виртуальных регистров быть не может. То есть здесь у нас либо физические регистры, либо память. И с этим связана довольно интересная проблема. Потому что, смотрите, еще раз, у нас есть виртуальные регистры, у нас есть точки в программе, вот какой-то срез программы, берем, идет управление. А одновременно в этом срезе живут, например, 19 виртуальных регистров. Ну, программа большая, сложная, так распределилось, что в какой-то одной точке должны быть живы 19 виртуальных регистров.
А у нас всего 16 физических. То есть у нас получается, что у нас в графе клика на 19 вершин. Клика – это такой подграф, где каждая вершина связана с каждой. И покрасить эту клику в 16 цветов так, чтобы не было одним цветом смежных вершин, не получается. Что мы в этом случае делаем? И в этом случае мы делаем процесс, который называется спил. Спил по-английски – это материализация. То есть, когда мы берем виртуальный регистр и материализуем его в память, мы выделяем временное хранилище на памяти и скидываем туда значение этого виртуального регистра. Теперь он не занимает регистр, он не входит в эту клику теперь. Теперь он будет жить, потому что он будет жить на памяти, а когда он понадобится, мы его восстановим из памяти. И вот это восстановление из памяти, это называется fill. По-русски это называется пилить. Спилить, ну как английское слово to spill, спилить, пилить. А вот мы пилим регистры на память, ну это сленг. А по-настоящему, что мы делаем? Мы материализуем и дематериализуем, да? Вот. И когда мы распределяем регистры, нам как раз хорошо бы, чтобы спилить минимальное количество и филить минимальное количество, потому что операции с памятью очень дороги. К сожалению, раскраска графа – это NP-полная задача. И хорошо решать NP-полные задачи для больших программ. Там, по-моему, есть такой параметр в задаче – число клея, если я не ошибаюсь. А для NP-полных задач это такое число, после которых ее решение становится невозможным для человечества с вычислительными возможностями человечества за примерное время существования человечества. Ну, например, для Vertex Cover это 400. То есть граф из 400 вершин оптимально решить задачу Vertex Cover с нашим текущим пониманием математики, скорее всего, нельзя. Ну, для более-менее такого невезучего графа. Если повезет, то, конечно, можно, да? Вот. В раскраске графа там все еще хуже. Там совсем все плохо. Там очень быстро улетает по экспоненте вверх. Поэтому, конечно же, здесь используются сложнейшие эвристические алгоритмы. Именно поэтому релоад такой сложный. Именно поэтому сама задача так неприятна. Окей. Итак, мы распределили регистры как смогли, что-то напилили в память, что-то оставили на физических регистрах, и у нас получился RTL с физическими регистрами. К слову, когда вы пишете программу на ассемблере, вот вы просто берете и пишете программу на ассемблере, вы же, по сути, делаете то же самое, только плохо. То есть у вас есть конечное количество регистров, и если вам нужно руками написать на ассемблере довольно сложную программу, то часть переменных у вас будут жить в памяти, вы будете в каждый момент творчески решать, какие переменные будут жить в памяти, какие нет. Уверены ли вы, что вы решаете NP-полные задачи лучше, чем распределитель регистров в современных компиляторах? Это именно причина, по которой на ассемблере никто не пишет. Когда вы пишете на языке более-менее высокого уровня, ну хотя бы на уровне ассемблера с виртуальными регистрами, у вас есть более-менее решалка этой раскраски графа. Она вам его хоть как-то покрасит более-менее оптимально. Когда вы пытаетесь написать самостоятельно достаточно сложную программу на ассемблере, ну, вы обречены. Поэтому все пишут на ассемблере только мелкие-мелкие ассемблерные вставки. Итак, мы получили RTL с физическими регистрами. Мы видим тот же самый граф, те же самые basic-блоки, между прочим. Обратите внимание, уже на виртуальных регистрах никаких фи-функций нету. И не может быть, потому что виртуальные регистры снова можно писать. Но и никакого SSA уже больше нету. Все кончилось. Вот. И, конечно, на физических регистрах тоже все SSA уже кончилось. Вот. Это очень печально, потому что SSA – это очень просто в качестве диффьюза. А построить хороший диффьюз на физических регистрах – ну, это задача, это искусство. По-моему, в LVM недавно, где-то года два назад, втащили более-менее хороший diffuse граф на физических регистрах. Но я хочу сказать, это всегда боль. И дальше мы проводим машинно-зависимое преобразование. Вот, например, здесь вы видите, что в качестве машинно-зависимого преобразования у блоков подсчитаны частоты. То есть у каждого перехода подсчитана вероятность перехода. И мы примерно знаем, насколько
насколько ожидать вот этот переход. Если вы компилируете программу и собираете профиль, так называемый profile guided оптимизации, то вы можете вычислить эти числа точно и помочь компилятору, потому что если компилятор знает, например, что у вас какой-нибудь горячий код, он этот горячий код возьмет и сложит так, чтобы этот горячий код лучше попадал в instruction cache, например. Вот. А если же вы просто делаете одну компиляцию, то вы полагаетесь на эвристические алгоритмы. Может быть, эвристические алгоритмы в компиляторе хорошо реализованы. Может быть и такое. Я такое тоже видел. И после того, как машинно-зависимые преобразования завершились, у нас с вами возникает итоговый машинно-зависимый ассемблер. Вот мы до него и дошли. Ассемблер. Итак, меня, кстати, в комментариях к прошлой лекции просили заменить один синтаксис ассемблера на другой. Давайте я вам получу тот же ассемблер на современном компиляторе. Минус S. Минус MASM равно Intel, если я не ошибаюсь. Вот интеловский ассемблер. Обратите внимание, как похорошел ассемблер за последнее время. Как похорошел ассемблер при Брайане Крыжаниче. Здесь мы видим 32-битный ассемблер. Сейчас-то, конечно, уже не Брайан, да? Брайана где-то год назад, что ли, отстранили. Вот. Но мы его все помним. Это просто любимый руководитель Intel на все времена. Вот. А вот у нас факториал. А вот у нас ред из этого факториала. Это 32-битный еще ассемблер. Он еще древний, 2017 год. А мы видим, что в 64-битном ассемблере прибавилось NBR. NBR – это специальная штука, которая NOP, с точки зрения 32-битного ассемблера, но которая помечает, что сюда можно прийти переходом. И она может использоваться для всяких анализаторов программ, что если переходом пришли куда-то, а там нет NBR-инструкции, то все очень плохо. Это значит, злобные хакеры ломают вашу программу. Вот, значит, в смысле, относительным переходом. Относительным переходом, типа вызвать функцию по указателю. Директным переходом понятно, можно куда угодно прийти. Вот. А дальше мы видим, что у нас есть хорошо оптимизированный цикл. Вот GNE. GNE сюда. Мы видим обратную дугу в этом цикле. Мы видим GBE, который обходит этот цикл по условию. Ну и в целом мы видим довольно аккуратный и хорошо сделанный ассемблер. То есть, это типичный x86 ассемблер. Но кроме того, на что я показываю, в этом ассемблере есть еще много всего, как вы видите. И давайте систематично посмотрим, что же такое ассемблер. И здесь, когда я рассказывал этот курс в аудитории, я разворачивался в аудитории и говорил, как вы думаете, что такое ассемблер? Особенно хорошо это спрашивать, когда вот этот слайд горит на экране. Это как, найдите X, да вот же он. Вот. Но на самом деле вопрос, конечно, с подковыркой, потому что слово «ассемблер» немножко перегружено семантическими значениями. Давайте поговорим про ассемблер. Единственное, что вот здесь у меня показан еще один чудовищный слайд. Он показывает, как ассемблер аннотировать RTL-ными конструкциями и посмотреть, из какого физического RTL получился какой ассемблер при финальной кодогенерации. Я забыл про этот слайд. Давайте я его воспроизведу тоже на интеловском синтаксисе. О, смотрите. Вот, например, вот этот BR, NBR, да, он получился из unspec volatile, unspec v, nop, NBR. А вот этот movyax1, это на самом деле set ax, то есть в ax пишем constint1. А? Красиво, да? Кстати, обратите внимание, вот в этих инсенах, весь RTL, он состоит из инструкций. Вот это инсен, потом jump инсен и так далее. Вот, в этих инсенах, в них есть какие-то загадочные первые четыре цифры. Типа 51162.
Или там 5-3-10-2. Или 10-5-11-2. А что это? А вот, и это очень смешно, потому что посмотрим, например, вот на это. 10-5-11-2. А INSON 10-5-11-2 означает, что эта инструкция с номером 10, предыдущая с номером 5, следующая с номером 11. То есть эти инструкции внутри своего представления представляют собой интрузивный список. И от каждой инструкции, не выходя на уровень выше, как сделано в LVM, например, можно без всяких итераторов, без вот этого двойного наследования множественного, можно прямо от каждой инструкции получить номер следующий, попросить следующий по номеру. Класс. А, так, ладно, хватит. Хватит издеваться над Столманом. Поехали дальше. Итак, ассемблер. Что такое ассемблер? И слово ассемблер немножко перегружено значениями. Есть язык ассемблера, например, ассемблер x86. И язык ассемблера — это традиционно язык, который очень близок к машинному представлению. То есть у нас есть какие-то опкоды, которые уже пойдут закодированными на процессор, и мы этим опкодом сопоставляем символические команды, так называемые мнемоники. Вот у нас есть опкод, который может переживать микропроцессор. Этому опкоду мы сопоставляем мнемонику и кодируем туда эти самые операнды и все остальное. И до некоторой степени ассемблер — это такое веселенькое представление бинарного кода. Да? Вот. Но есть также ассемблер как программа. Например, программа GAS, GNU Assembler. Ассемблер как программа — это совсем другое. Это программа, которая ассемблирует, которая проводит ассемблирование как процесс. И вот ассемблирование как процесс — это совсем интересно. Потому что... А что делает ассемблер как программа? И когда я задаю детям этот вопрос, что делает ассемблер как программа, дети обычно отвечают неправильно. Они обычно говорят, ну вот у меня тут есть слайд с элементами языка, и первый из элементов языка ассемблера — это инструкции. И люди обычно отвечают, ассемблер в первую очередь кодирует инструкции. Ну типа вот взяли КМПЛ и закодировали, я сейчас покажу, во что закодировали. Нет. Тогда бы он назывался энкодер. Ассемблер называется ассемблер. Английское слово to assemble означает собирать. Что собирает ассемблер? И пока вы над этим думаете, давайте я вам расскажу основные элементы языка. Итак, справа программа в некоем ассемблерном синтаксисе. Я сейчас скажу, какие бывают синтаксисы, и почему многие вот такую программу не любят, и почему такие программы не похожи на те, которые я сейчас в терминале показывал. И самое главное, то, что все, конечно, знают, выделено на этом слайде синим, это инструкции. Инструкция КМП, инструкция MOV, инструкция EMUL. Это конкретно что сделать? Сравнить, переместить, умножить, вычесть, сравнить, вернуться. Дальше. Но смотрите, это ну, типа 30% того, что здесь написано. А все остальное что? Давайте смотреть все остальное. Дальше это директивы. Директивы, они управляют самим процессом ассемблирования, чем бы он ни был. Вы все еще думаете над тем, что это такое, не так ли? А директивы управляют процессором ассемблирования. Например, директивы говорят, поставь мне alignment, метку fact надо глобализовать. На самом деле метка fact означает функцию, а в ассемблере, надо вам сказать, нет переменных и нет функций. В ассемблере есть только метки. Просто по некоторым меткам лежат данные, и мы говорим, это глобальная переменная. А по некоторым меткам лежат функции, не вернее как, лежат данные. Но мы говорим, это функция, эти данные — это код, который будет использоваться на процессоре. Но на самом деле и то данные, это просто биты в памяти. Вот. И директива type, вот, например, точка type нам говорит, это не просто биты, знай, это функция. Дальше. Метки. Те самые, кроме которых ничего нет. Но их самих тоже нет.
То есть, кроме меток ничего нет, и меток нет. Потому что, конечно, ну, нет никаких меток в финальном бинарном коде. Точно так же, как никаких директив. В финальном бинарном коде остается просто вот этот механический поток инструкций. И где-то записанные какие-то данные, и все. Вот. Но на уровне языка ассемблера метки есть. И именно благодаря наличию меток писать на ассемблере немножко удобнее, чем в двоичном коде. То есть я уже сказал, почему писать на ассемблере плохо, но это смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с языком C, то писать на ассемблере, конечно, плохо. Но если сравнивать с тем, чтобы писать в двоичном коде, писать на ассемблере – это здорово. Ассемблер все время – это был просто прорыв по сравнению с двоичным кодом, потому что в чем главная проблема написания на двоичном коде? Смотрите. Вот мы, например, делаем GenEL3. GenEL3 означает перейти по какому-то адресу. И этот адрес относительный. Этот адрес, он, я сейчас покажу, как это делается, он ассемблером вычисляется из адреса этой метки. То есть эта метка, она стоит на инструкции emul. То есть тот адрес, по которому emul, вот на него надо прыгнуть. И вычисляется разница между emul и GNE, после чего эта разница, так называемый displacement, подставляется сюда. И по этой разнице он и прыгает. А теперь смотрите, представьте, что вы пишете не на ассемблере, а прямо в машинных кодах. У вас есть машинный код для emul, у вас есть машинный код для GNE. Вы руками посчитали это расстояние, поставили его сюда. А потом вам нужно вставить сюда еще одну инструкцию. И вам нужно все пересчитывать опять руками. Мало того, вам нужно как-то понять, а сколько джампов проходят через ту точку, куда вам нужно вставить инструкцию. Поэтому код в машинных кодах, он был как бы в write once. Вы его один раз писали, а дальше вы просто молились, чтобы у вас все хорошо получилось. Ну и поэтому люди придумали ассемблер довольно быстро. Ассемблер, в общем, по сравнению с двоичными кодами, был большим шагом вперед. И в первую очередь за счет меток. Вот метки в свое время всех спасли. Ну, я тогда еще не родился, но... Ну, типа, они спасли моего папу и дедушку, и они смогли родить меня, а меня вот уже ничто не спасет. Дальше секции. Секции – это что-то вроде текст, дата и так далее. И здесь мы подходим. Вы же уже подумали, что собирает ассемблер? И правильный ответ такой. Ассемблер собирает секции. Это суть ассемблера. То, что он к тому же еще что-то кодирует, это ну типа кодирует. Вот. Главное, что делает ассемблер. Он ищет и собирает секции. Про секции мы поговорим. Секция .text означает, ну, по сути, директива, которая означает начало секции. То есть можно было бы внести их в директивы, но я решил вынести их отдельно, потому что они очень важны сами по себе. Секция .text отмечает, что у нас начался сегмент кода. Все, что здесь стоит, это так или иначе код. Здесь даты нет. Потом у нас начнется секция дата, там дата будет. Мы открываем секцию дата, мы пишем какие-то данные, мы открываем секцию текст, мы пишем какой-то код и так далее, и так далее, и так далее. Все это может много-много-много раз меняться, открываться, закрываться. Ассемблер все это берет, собирает и перетаскивает в бинарный формат. И, наконец, последнее по номеру, но не по значению. Это dwarf информация. Вся эта CFI, CFI, там start proc, CFI end proc. Что это за dwarf информация? Когда вы пользуетесь отладчиком, и не только отладчиком на самом деле, когда вы пишете на C++ и используете exception, когда вы делаете много всего другого, вы ориентируетесь под Linux, конечно, под Windows все иначе, все самобытно. А под Linux вы во многих случаях ориентируетесь на то, что кроме ELF-формата, Executable and Linkable формат, скорее всего, про то, почему он Executable and Linkable, мы поговорим в следующий раз на 300 подписчиков. Ну, не вините меня, я обязательно запишу эту лекцию довольно скоро. 300 подписчиков уже давно есть. Вот. Так вот, кроме вот этого формата ELF, которого аббревиатура имеет смысл, потому что он Executable and Linkable, у нас есть еще формат отладочной информации dwarf. Так вот, аббревиатура dwarf смысла не имеет. Он dwarf просто потому, что эльф — это эльф. Ну, а dwarf — это как бы гном. Такой юмор. Значит, и...
Нет, еще хуже, если бы она имела какую-нибудь странную расшифровку. Вот это был бы совсем испанский стыд. И эти DWARF-директивы, они говорят, вот здесь вот мы начали функцию. Это точка входа. Здесь мы начали функцию, мы закончили пролог. У нас CFI start proc случился. Здесь мы закончили функцию, мы вернулись из фрейма. DWARF строит на этом основании информацию о фреймах, он трекает положение переменных, и на самом деле здесь показано как-то мало DWARF-меток. Давайте я вам покажу, как оно по-настоящему выглядит. Если мы возьмем наш факториал и скомпилируем его на O0 с отладочной информацией, вот давайте я сюда минус G добавлю, а минус DP уберу. Это, конечно, очень трогательная опция, но я думаю, время еще не пришло. Вот, смотрите, на самом деле выглядит вот так. CFI, видите, во-первых, точка файл, это отладочная информация, она говорит, в каком файле мы находимся, чтобы вы в дебагере знали, в каком вы файле на этой строчке. Дальше, какая строчка? Лог. Строчка 3. Вот, строчка 3, значит, вот поехал фрейм, да? Дальше строчка 4, вот поехали. Дальше, всякие CFI offset. Видите, мы сделали push RBP. Мы сказали, dev cfi offset 16, типа 16 элементов на стеке, 8 на адрес возврата, 8 на RBP, мы уже потратили. Дальше мы говорим, dev cfi register 6, это значит, что RSP мы сохранили в RBP, то есть в 6 и так далее. То есть полная информация о том, что мы делаем с нашим фреймом, и полная информация о том, какие у нас строчки кода, как у нас начинаются, заканчиваются функции, где у нас вот leaf, например, он же что-то восстанавливает, вот где у нас что восстанавливает инструкция leaf. Вот это все DWARF информация. Ее на самом деле очень много. И мало того, если мы в этот же файл заглянем дальше, то мы увидим здесь метку ldbookinfo, после которой начинается коллапс. То есть вы видите, что происходит сейчас на экране. Вот, какой-нибудь дебух обрев. Вот это все, это DWARF секции, которые нужны, чтобы вам было удобненько отлаживать. Именно поэтому файлы, собранные с отладкой, такие большие. Для примера, LLVM, собранная с полной отладочной информацией, бинарничек, занимает, по-моему, гигабайт это 15. А без отладочной информации 70 мегабайт. Ну, вы понимаете порядок, да? То есть отладочной информации ее много. Она трекает все. Ну, тут на слайде просто плохо показано. Слайд делался давно. Так вот, теперь язык ассемблера. Ассемблер – это программа. Программа ассемблер ассемблирует. Но программа ассемблер ассемблирует текст, написанный на языке ассемблера. Обычно у обычных архитектур один язык ассемблер. Ну, согласитесь, ну, немножко глупо поддерживать два языка ассемблера для одной и той же архитектуры. Но не в случае ассемблера x86. Ассемблер x86 два языка. Это интеловский и анти-интишный. Смотрите, интеловский выглядит так, как я вам показывал. А в интеловском у нас регистр называется как регистр, мнемоника называется как мнемоника. Казалось бы, зачем нам еще какой-то, господи. Но в AT&T-шном у нас есть гигантское преимущество. У нас, смотрите, во-первых, у нас регистр начинается с процентика, очень удобно. Во-вторых, константа начинается с доллара, сразу видно, в чем считаем. А в-третьих, мы берем константу, вот MOV, например, видите MOVL, да? Мы берем константу 1 и двигаем ее в EAX. То есть присваивание у нас получается слева направо. А в интеловском ассемблере справа налево. Move EAX1 – это взять 1 и сдвинуть EAX. И именно поэтому люди, которые легко читают с листа этот, не переносят этот. И наоборот. Соответственно, по умолчанию GNU генерирует AT&T-шный синтаксис. Чтобы заставить его генерировать интеловский синтаксис, нужно подать минус MASM равно Intel. Но если мы сейчас, а мы сейчас уже поговорим о дизассемблере, то чтобы дизассемблер заставить генерировать интеловский синтакс, уже нужно подать минус m большое пробел Intel. То есть люди не делают нам просто, люди как бы намекают нам. Аутентичного ассемблера хватит на всех. Если вы смотрите это видео и хотите действительно связать свою жизнь с чтением и отладкой больших ассемблерных дампов,
Ну, что я вам могу сказать? Бегите, глупцы. А во-вторых, вы должны одинаково хорошо читать с листа и тот, и другой. То есть, если вы смотрите на один из этих двух и испытываете непреодолимую тошноту. Я обычно со студентами, кстати, я про ассемблер рассказываю также первокурсникам, ну, там чуть более лайтово, с чуть большим количеством подробностей и задачек. Вот. И там я устраиваю голосование каждый год. Группа где-то 20 человек. Я устраиваю голосование, кто за антиэтичный, кто за интеловский. И дальше, как все проголосовали, таким ассемблером я дальше и пользуюсь. Потому что взрывать совсем уж детям мозг использованием двух одновременно, это как стрелять с двух рук, не целясь, не наш метод. И дети обычно голосуют за интеловский. То есть, ну, я думаю, в принципе, я могу их понять. Вот, но мне-то как раз антиэтичный чем-то нравится. Он какой-то такой клевый, безумный, смотрите. ЕДИ минус единица. И записать результат в ЕДИ. Это, конечно же, субл доллар один ЕДИ. Ну, кто бы сомневался. Это же так и читается, да? Это же очевидно. Так вот, кодирование. Одной из фаз ассемблирования, несомненно, является кодирование. А, да, ну и в качестве бонуса. Все эти слайды, как вы видите, составлены в антиэтичном синтаксисе. Именно поэтому меня просили под прошлой лекцией заменить на интеловский. Лол. Да. Так вот, кодирование. Вот, например, у нас есть SAP. Что такое SAP? У SAP есть опкод. Опкод SAP — это 83. И дальше у опкода 83 есть еще 2 байта на кодирование операндов. Дальше. MOV. У MOV, поскольку это MOV в EAX, и MOV в регистр EAX — это распространенная операция, у него есть опкод B8. И этот опкод B8, он как раз и означает MOV EAX. У него нет поля на кодирование регистра. Что у него есть? У него есть поле на кодирование immediate, immediate variable. И вот этот самый immediate variable у него кодируется как 4 байта. То есть здесь мы можем разместить 32-битное число, тогда как в КМПЛ, как вы видите, только 8-битное. Вот. И здесь мы разместили единичку. И тут я обычно спрашиваю, а все понимают, почему это единичка? Даже не так. А все ли понимают, что означает, что является следствием того факта, что это единичка? Какая у нас архитектура, если это единичка? Вот. И понятное дело, что правильный ответ, конечно, little endian. Потому что суть endian с машины, вот говорят big endian машина, little endian машина. Это младший байт лежит по младшему адресу или старший байт лежит по младшему адресу. Смотрите, здесь младший адрес сразу за B8, это вот этот. По младшему адресу лежит младший байт того числа, которое кодирует вот эту константу. Таким образом, если бы эта константа была 0x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, то здесь лежало бы 1, 2, здесь лежало бы 3, 4, здесь лежало бы 5, 6, здесь лежало бы 7,8. То есть, наоборот, господи, извиняюсь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 было бы старшим байтом. Так что если бы здесь было 1, 2, 3, 4, я надеюсь, все заметили эту ошибку. А если бы здесь было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, то здесь лежало бы 7, 8, здесь 5, 6, здесь 3, 4, здесь 1, 2. То есть читалось бы сзади наперед. Сначала читается самый старший байт 1, 2, дальше 3, 4, 5, 6, дальше 7, 8. Также и тут мы читаем 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Единичка. Вот. И когда вы читаете ассемблерные дампы, особенно когда вы читаете двоичный код и пытаетесь понять примерно, что же там за ассемблер, потому что вам уже лень дезассемблировать, вы просто читаете двоичный код с листа, такое тоже бывает. Вот. После некоторой практики, конечно. То это очень помогает. У вас на Little Endian машинах, а Big Endian почти не осталось, но я не знаю, какие Big Endian, я не могу вспомнить, какой-нибудь мейнфрейм может быть. Вот. То это очень помогает на Little Endian машинах, ну, то есть более-менее на всех. У меня здесь какая-то странная ссылка, кстати.
В 2017-м я, наверное, считал ее прикольной. Sparks and Flames, что? А на самом деле, конечно, я рекомендую вам знаменитый интеловский пятитомничек и интеловская ИСа, где все это есть гораздо подробнее, чем на этом инструкшн-чарте для убогих. И все такое. Потому что, ну скачайте себе бесплатно, без СМС, ИСу и наслаждайтесь. Я, собственно, где-то на CSMIP.ru я выложил эту самую ИСу в какой-то редакции, чтобы студенты могли ее скачивать из общаги без внешнего интернета. Вдруг у кого-то внешний интернет отрубят, а ИСа нужна будет прямо сейчас. Вот. И суть ассемблирования, как я уже сказал, сборка секций. И сборка секций происходит следующим образом. Мы берем секцию текст. В секции текст есть что-то бинарное. Мы берем это что-то и кодируем. И собираем закодированные инструкции в единую секцию текст нашего ELF-а. Вот этот получившийся у нас объектный файл, а ассемблер порождает объектный код, это уже ELF. Многие думают, что ELF это только исполняемый, ничего подобного. Смотрите, мы берем -c. Когда мы берем -c, у нас и так запускается ассемблер, как мы знаем. -g мы стираем, мы говорим о 2. Мы берем vimfact.o, и мы видим ELF в заголовке. Видите ELF? Вот. У нас сразу получился ELF. Соответственно, под Linux опять, под Windows у нас сразу получится PE. И это еще неисполняемый файл. Это мы собрали объектный код. Потому что объектный код — это больше, чем исполняемый файл, как ни странно. Объектный код, как ни странно, содержит чуть больше, чуть избыточную информацию. В исполняемом файле эта информация уже в нужные места подставлена, в объектном коде она обычно лежит еще такими сравнительно метаданными. И именно из-за того, что она там есть, и она там закодирована не всегда в секции текст, она там иногда разложена по другим секциям, иногда собрать обратно из объектного кода ассемблер получается довольно тяжело. У меня чуть позже, я думаю, уже к концу этой лекции, он уже скоро этот конец, а чуть позже у меня будет весьма фривольный слайд на эту тему. Готовьтесь. В аудитории этот слайд все время вызывал взрыв энтузиазма. Я специально под конец, когда все уже засыпают. А сейчас, чтобы все заснули, поговорим про макроассемблер. Макроассемблер... Ну, вы знаете, что я не люблю макросы в C и C++. Никто не... Господи, я не люблю, да? Я оригинален. Никто не любит макросы в C и C++. Особенно в C++. Особенно учитывая, что в C++, все уже сделали, уже даже модули сделали, уже даже решетка include не нужен. Все есть. Наливай да пей. Но, опять-таки, с чем сравнивать? По сравнению с макросами в ассемблере, ребят, я люблю макросы в C и C++. Дело в том, что в ассемблере макросы — это совсем другая штука. В C и, в C++ тоже макросы — это, как мы уже говорили, фаза лексического анализа. И как таковая, она понятно, что делает. Она работает над понятным потоком лексем, бла-бла-бла. А в макроассемблере как таковой лексический анализ примитивен. Ну какой там лексический анализ? Обкод, аргументы, обкод, аргументы, обкод, аргументы. Метка. Вот. И поэтому макроассемблер там — это именно что сложные мрачные текстовые подстановки. Вот, например, посмотрим на типичный макрос. Любой макрос в ГАСе. Да, кстати, макроассемблер, он еще разный в каждом ассемблере, это чтобы вам было проще. В каком-нибудь ВАСМе он совсем другой. Вот. Точка макро определяет макрос, и в данном случае это точка макросум, которая идет from 0 to 5 в данном случае. Дальше делает точка long from, дальше делает точка if to minus from, sum from plus 1 to end if, и потом endem. Если вы не знаете про макросы, то как вы думаете,
Сейчас подумайте про себя. Я понимаю, у меня сейчас нет особой аудитории. Подумайте про себя. Как вы думаете, а что это? Что хотел сказать автор? Вот. А на самом деле это следующее. Он называется «Сум, чтобы запутать». А на самом деле в цикле он делает данные, то есть точка long – это дата размера long, по которой лежит 0. Точка long – это дата размера long, по которой лежит 1 и так далее. Точка long – это дата размера long, по которой лежит 5. Ну, мне кажется, не знаешь, не догадаешься. И эти макросы, они действительно сложны. То есть вот эти макросы, вы определяете их как макро, потом вы их вызываете, как будто это мнемоника с операндами, а потом оказывается, что они во что-то раскрываются в тексте после того, как макропроцессор их обработает. В общем, это такие самые первые макросы, которые придумало человечество. Они самые первые, и поэтому довольно страшненькие. А макросами можно включать файлы. Видите, точка include. Зачем это в ассемблере, не очень понятно. То есть, зачем все нужные хедеры и возможность их включать, мне понятно. Точка include в ассемблере, это, мне кажется, способ все запутать. Комментарии. Вот. Обычно макроассемблер поддерживает в ассемблере комментарии через решеточку. И, кстати, сишные комментарии и плюсовые комментарии тоже поддерживаются. Потому что в GNU обычно делается как? Сначала над ассемблерным файлом отрабатывает старый добрый сишный препроцессор, потом старый добрый макропроцессор, а потом получившееся уже сжевывает ассемблер. И, наконец, в макроассемблере есть некие дополнительные возможности. Например, если мы хотим сохранить в метку Melvin ее собственный адрес, ну, тогда ее размер long, а где она сама лежит? А вот она, точка. Точка long, точка. Это означает завести переменную размера long и в нее записать ее собственный адрес. Очень, очень круто, очень удобно. Главное не забыть пробел нигде. Вот, и нигде не поставить лишний, вы понимаете. Но есть удобные возможности. Например, локальные метки. Вот я хочу сказать, локальные метки – это очень круто. А я про локальные метки очень долго не знал. А я не знал про них настолько долго и настолько счастливо я жил без этого знания, что я уже работал над компилятором, там писал, мы поддерживали этот самый GNU-ассемблер. И тут ко мне приходит представитель команды, которая пользовалась моим компилятором, и говорит: «А у меня вот не работает код». Я смотрю на код, и я говорю: «А что это?» И он говорит: «Ну вообще странно, что это я тебе объясняю, но это локальные метки». И так я их открыл для себя. Смотрите, что такое локальная метка? Локальная метка – это метки с одинаковыми именами. Например, это метки с именами 1. Ну, не обязательно 1, можно там 2. И дальше мы говорим, мы можем сделать джамп на 1 forward или на 1 backward. Это сделать джамп к ближайшей метке с таким именем вперед или назад. Таким образом, мы можем не давать меткам разные имена, а просто делать джамп один форвард, джамп один форвард, джамп один бэкворд, джамп один бэкворд, джамп один форвард. Что, конечно, очень серьезно упрощает чтение ассемблера, делает его эффективным, безболезненным, удобным и приятным, не так ли? Здесь, конечно, очень поняши не хватает. А давайте дезассемблируем то, что у нас получилось после ассемблирования. Итак, смотрите. У нас есть файл в ассемблере, у нас есть тот же файл в объектном виде. Давайте получим только его U2 в ассемблере. Вот. И давайте его получим какой-нибудь orig.s. Вот у нас есть orig.s, так? И теперь давайте дезассемблируем. Давайте дезассемблируем. А как мы дезассемблируем? Мы возьмем, соответственно, минус c подадим, получим объектник. У нас получился fact.o. Давайте сотрем все эти дампы.
fact.c.звездочка less. Вот, нормально. Теперь смотрите, у нас получился fact.o, и мы говорим objdump минус mintl минус d fact.o, и все это скинуть в fact.dis. Итак, у нас получился, как видите, интеловский дизассемблер. Смотрите, mov, kmp, gbx, hg, mov. Давайте я сделаю split fact.s. Вот, чтобы вы видели сверху один, снизу другой. Видите, у нас сверху ndbr и снизу ndbr. Дальше сверху mov. Я забыл получить верхний в интеловском синтаксисе, да? Я молодец. Минус msm равно intel. Вот. Вот, смотрите, сверху ndbr, потом... Да что такое-то? Я же сказал, msm равно int... А, readjs, господи, да, все. Split fact я сделаю, надо делать split readjs. Вот. А дальше сверху kmp ede1, снизу kmp ede1. А вот дальше какие-то проблемы, конечно. Хотя нет, дальше никаких проблем, смотрите. Все правильно. Дальше gb1d, gbe1d это на L1. Давайте посмотрим, где находится L1. L1 находится вот здесь, где ред, правильно? Ред у нас на 1d, так? И, соответственно, gbe на 1d получает свое объяснение. Мы действительно прыгаем на метку, у которой адрес 1d от начала функции fact. Вот, соответственно, здесь мы прыгаем GNE10, это мы прыгаем сюда, все хорошо. У нас посчитали прыжки правильно, у нас правильно поставили инструкции. Вот, видите, тут emul, и вот тут emul, вот он emul. Здесь EXEDX, здесь EXEDX. Только у нас еще показали кодировку. Видите, вот это кодировка для emul. Вот это кодировка для GBE. Вот. Тем не менее, обещанный фривольный слайд. В некоторых случаях, дезассемблировав что-нибудь, как нам показывает милая Тян, вот она дезассемблировала кого-то до уровня череп, кости и лужи крови, это что-то довольно сложно ассемблировать обратно. Потому что информация, которая помещается в объектном файле, если просто механически сбросить инструкции обратно, она приведет вас к неправильной программе в общем случае. И чтобы понять, почему она вас приведет к неправильной программе, нам нужно будет поговорить о линкерах. И опять-таки, чтобы оставить хэнговер, или как-то клиффхенгер, да, чтобы оставить клиффхенгер, и подвести вас к этой идее, давайте немножко усложним пример факториала. И у нас есть функция main.c, и давайте в main.c, которая вызывает fact от 5, посмотрим, как будет скомпилирован вызов функции fact, который идет в другой модуль. Мы видели, что вот это все сассемблировалось идеально, мы легко можем дезассемблировать это назад. Но во что, если мы сделаем объектный код только из main.o, сассемблируется вот этот вызов. Давайте посмотрим. Main.c. Мы сразу сделаем минус c. Соответственно, функция main.c очень простая. Она просто вызывает print от fact. Вот, если мы посмотрим ее ассемблер, то мы увидим, что тут все очень просто. Здесь call factorial и дальше call printf. Не обращайте пока внимания на это plt, мы об этом потом поговорим. Чтобы его не было, можете скомпилировать как минус f, но pe минус static. Вот так. И так, да, вот видите, просто call fact. Вот оставим пока так. Вот. Давайте mass равно intel, меня просили. Вот. Вот видите, просто call fact, вот call print в ЧК.
Но самой функции факта, самой функции printf здесь, как видите, нет. Что же будет? Сейчас посмотрим. Берем и говорим теперь минус c. А теперь говорим objdump минус mintl минус d main.o и дезассемблируем его в main.dis. Смотрим в main.dis. И теперь мы очень хорошо видим, что имела в виду та фривольная Тян, которая говорила, что не все так просто. Вот. А смотрите, вот это call 12. И этот call 12, куда он делает call? Такое чувство, что он делает call на следующую строчку. На main плюс 0.12. Но это же безумие. Мы же хотим на самом деле вызвать функцию факториал. А у нас в дизассемблере получилось черти что. А почему у нас в дизассемблере получилось черти что? А потому что, смотрите, вот посмотрим на обкод инструкции call. Обкод инструкции call – это E8 и все нули. E8 – это, собственно, call, а дальше displacement. Дальше куда относительно текущего, я извиняюсь, кола прыгаем. А куда прыгаем? Мы же не знаем. У нас единица трансляции main.c. Нам нужно прыгнуть в другой модуль. Поэтому в объектном коде, который получает ассемблер, эта информация должна быть где-то записана, после чего программа, все ее объектные модули, где уже собраны все секции, где уже все закодировано, все сассемблировано, должна быть скомпонована, как говорят, или слинкована вместе с помощью специальной программы, которая называется Linker, и которая умеет взять вот эти нули, понять, что эти нули – это на самом деле вызов функции факториал. А как она сможет это понять? Вот об этом мы в следующий раз много поговорим. А понять и простить? Может быть. И прежде чем мы в следующий раз об этом поговорим, мы, кстати, еще поговорим про объявление определения и по ходу затронем то, как делаются библиотеки, в том числе статические библиотеки и динамические библиотеки. И в следующий раз, я надеюсь, будет уже очень скоро, потому что 300 подписчиков у меня уже есть. Вот. И, соответственно, мы будем догонять, и мы в конце концов полностью догоним. Кстати, с текущей скоростью у меня такое чувство, что, может быть, у нас и пятая часть будет, а? Кто знает? Ну, ребят, на вашем месте я бы ставил лайк, давил в колокол, или, как сейчас говорят, бил в колокол. Начали смотреть какой-нибудь мой видос? Ставьте лайк, не понравится — отожмете. Все, соответственно, всем до новых встреч. Мы обязательно продолжим наш курс по тулчейну. Всем спасибо.